Я Денис, я крутой. Это моя игра, это моя победа. Это 100% выигрыш. Знаешь, вот такое чувство, будто бы почесала нал. Или чуть-чуть поцарапала не там. Потому что бывает, знаешь, вот в жопе как будто скапливается какая-то оболочка слизистая. И ты ее трешь, потом нюхаешь пальчик. Прикольно одна. Но с другой стороны, конечно, неприятно. Почему? Потому что трусы пропитываются и потом не отстираются. Ты к чему это ляпнул? Да просто. Нахуй мне это надо здесь слышать? А кому мне это говорить? Да кому хочет, но не мне. Там люди сидят, блядь, в интернете, слышат все. Грязь свою толкают, позорище.